И первым представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 27 лет, рост 167 сантиметров, вес 56,9 килограмма. Его профессиональный рекорд – 9 побед, 4 поражения. И его стиль – ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 56.9 kilos. As a striker, with professional record 9 victories and 4 losses. Дамы и господа, из Казани, Россия, Ленар Сулейманов. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 31 год. Его рост 167 сантиметров, а вес 57,8 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед, 2 поражения. И как соперник он также обладает ударной техникой. Ladies and gentlemen, he 31 years old. He stands 167 centimeters tall. Official weight 57.8 kilos. As a striker, like opponent, with professional record, 8 victories and 2 defeats. Из Москвы, Россия, Фатан Азамат Пшуков. Рефери поединка Герихан Шибилов. Все готово к началу заключительного поединка андеркарда турнира ACA-135. Наилегчайшая весовая категория. Азамат Пшуков против Ленара Сулейманова. Статистика на ваших экранах. Все внимание в клетку. В синем углу Ленар, в красном, соответственно, Азамат. И именно он старается занять центр. Рост и размах рук абсолютно идентичны у того и другого. Очень жестко идет вперед Ленар. Очень собрано действует. Руки держит плотно. Сулейманова довольно низкостойкая, и он активно работает руками и больше перемещается. Причем нельзя сказать, что это суета именно. Он просто ищет свою атаку с самого начала. Ты что, класс там был? Здесь фронт-кик не получается. И 2-2, кстати, хватило Азамат. Здесь опять такими кавалерийскими наскоками постоянно действует Ленар Сулейманов. Хорошо передвигается, здесь опять пытается правой. Хорошая скорость у Сулейманова в самом начале. Но Пшуков никогда не торопится. И вот так вот удар фактически открытый ладонью от Ленара. Ловкий. Тем не менее, Пшуков поддавливает. Очень высокая скорость размена. Приклеена просто правая рука у Сулейманова. Здесь немножко суетной опять размен, но когда отскакивает на дистанцию, то очень плохо держит правую руку возле челюсти Сулейман. Да, Азамат при этом попусту ударов не выбрасывает. Очень спокойно ждет и иногда выигрывает дистанцию без ударов. Просто грамотно замечает. Здесь пропустил Пшуков. Готовит. Готовит атаку с правой руки, возможно, Азамат. Да, почему-то уже как будто даже глаза прикрывает открытой ладонью Сулеймана. Вот здесь попытка побороться от Шукова. Защищался вроде бы на первый взгляд Ленар Сулейманов. Приезжался к сетке. Кто физически сильнее, начинает вкладывать корпус здесь Шуков. Очень важный момент. Только начало боя. Зацеп. Здорово. Не получается. Изворотлив и хитер Ленар Сулейманов. Разрывается дистанция. Ничего еще не ясно. Есть хороший джеб навстречу. Поймал на движении Ленар оппонента. Да, и заставил немного потерять равновесие Азамата Пшукова. Здесь пытается еще и двойкой добавить. При этом, не знаю, как тебе, меня не покидает ощущение того, что инициатива владеет именно Азамат. Сложно сказать. Здесь все-таки я как-то именно по давлению обращаю внимание, что попадает хорошо и Сулейманов. Здесь опять успешен, но и Пшуков отвечает достаточно плотно. С точки зрения объема работы, конечно, Сулейманов делает больше. А вот с точки зрения качества, не уверен. Здорово попадает здесь Пшуков. Да, буквально отлетел просто к сетке. И опять в откровенный размен собирается. Есть! Забраться Сулейманов закачался, пытается его добить. Есть! И сейчас спасается просто. Даже не в борьбе, отступал спиной фактически Ленар Сулейманов. И здесь начинает бороться Азамат Пшуков, хотя казалось, уже в гроге находился Ленар. Пытается забраться сверху. Здесь несколько ударов пропускает. Перейти гард Азамат Пшуков. Но сейчас пытается спастись фактически Ленар. Восстанавливается. Просто драгоценные секунды для него. Да, для того, чтобы пережить этот
чудовищный эпизод, в ходе которого едва-едва не потерял контроль над поединком Ленар Сулейманов. Пытается подкручиваться, с ним же сверху двигается в этом же темпе Азамат. Минута 20. Не так много. И если были какие-то сомнения, качели, да, в самом начале, кто набрал больше очков, то вот после того эпизода, где несколько точных ударов справа Азамат донес до цели, сомнений нет. Еще на попадание пытается, рискует Ленар Сулейманов и поднимается пока на одну ногу. Какой локоть! Необходимо встряхнуться Сулейманову, поверить в себя. Еще один удар он пропускает. Да, просто расстреливает его Азамат Шуков. Как будто бы самонаведением. Какой сдвоенный апперкот. И, по-моему, все, готов был закончить этот поединок. Ленар Сулейманов как будто так безжизненно поворачивался, но нет. Там еще и Хаммерфист один прилетел. Сулейманов продолжает сопротивляться. Пусть и с большим трудом. Боковой контроль. Мастит Ленар, пытается отбросить соперника. Апкик, возможно, здесь, но контролирует ноги Пшуков. И по корпусу плотно. Еще справа и вдогонку, но там больше было в блок, чем по голове. Сзади располагается Азамат. Еще будет добивание. Тотальный, конечно, контроль со стороны спортсмена из Москвы. Дождался паузы и отправляется и он, и его оппонент в угол. Ну, это, конечно, очень сложный был период для Ленара Сулеймана. Казалось бы, вначале было вот непонятно, а по факту разгром. Да, постепенно прибрал к рукам инициативу Азамат Пшуков. Серьезным образом потряс. И я думаю, что мы сейчас как раз посмотрим эпизоды прошедшего раунда, где это случилось. Жестко встречал его Ленар Сулейманов. Хорошо атаковал. Доставал великолепно. Но вот здесь опущенная левая рука. Удар правый донесен. Еще один удар правый. Длиннющий апперкот. Здесь хороший перевод. Сдвоенный апперкот. Здесь мгновенно теряет равновесие очень легко Ленар Сулейманов. Ну и здесь все ясно, в общем. Ну что ж, второй раунд у нас на очереди. И сейчас узнаем, какую работу над ошибками провел Ленар Сулейманов. Ему действительно необходимо работать иначе. Сразу же идет Пшуков аккуратно вперед, причем без ударов, как и в первом раунде. Правый прямой не доходит до цели. Сейчас будет пытаться реинкарнировать Сулейманов, работая вот этими двойками. И в первом раунде удар с разворота, кстати, выбрасывал Ленар, не получилось. Здесь еще один джеб. Нет, полный форсаж на старте Пшуков не включает. Но он очень хорошо выцеливает и очень здорово при этом может попасть вот под этот самый... И сверху! Оверхенд какой хороший. И вот эти самые апперкоты как раз представляют огромную опасность для Ленара. Да, конечно, великолепно работает правой рукой и снизу, и боковыми. Азамат Шука в этом бою. Вертушка здесь не получится, да и не стал ее, в общем-то, выкидывать. Ленар, как и в первом раунде, пока все аккуратно, но в этой аккуратности все равно работает больше один спортсмен, в данном случае это Пшуков. Все-таки в первом отрезке было по-другому. Да, как будто бы не знает, как подступиться к своему оппоненту Ленар. Бэкфест крутит. Очень много работы приходится проделывать Сулейману для того, чтобы сохранить дистанцию. Множество. А вот здесь ошибка. Да, жестко встретил, едва не поймал. То в правше, то в левше. Да, когда работает сам Ленар Сулейманов, тогда проблем у него не возникает. И какая вертушка от Пшукова. Это было неожиданно, но все-таки удар не достиг цели. Но только начинает Ленар пятиться назад, у него начинаются проблемы. По-прежнему Пшуков читает этот бой. Лично так и на смещении под руку как раз Ленар Сулейманов не достает.
Да, в каких-то сантиметрах там пролетел вот этот апперкот Азамата Пшукова, который мог очень серьезный урон нанести Линару. Опять обоюдный джеб, опять апперкот летит куда-то в сторону Ачхой Мартана. С левой руки доставит уже Сулейманов и по корпусу. Есть. Да, с дистанции достал и опять ищет вот эту ближнюю, с которой как раз тяжелейший апперкот под челюсть поставит точку в этом поединке. Да, но нет. Такое ощущение, что Пшуков ищет именно апперкот. Ну, бонус никто не отменял, в конце концов. Есть попадание. Вот сейчас на подшаге перехитрил Ленар Сулейманов соперника и вернулся на дистанцию. Пропустил уже с левой руки. Ну, это обоюдно жестко. Очень неудачно задержался на линии атаки. Здесь несколько ударов продолжает пропускать Ленар Сулейманов. Тяжело, тяжело приходится бойцу из Казани. Еще один апперкот и тут же боковой удар. Не очень уверенно держится на ногах сейчас Ленар. И старается зайти в борьбу. Нет, не получается. Апперкот в челюсть. И кажется, что эффект тех самых макаронных ног вновь был на долю секунды у Ленара. Хайкик не заходит. Да, он продолжает работать, но и не летит вперед. Азамат Пшуков видит преимущество. Здесь цепляется за сетку. Ленар. Тройная атака справа. Укладывает его все-таки Азамат Пшуков. Чуть больше минуты до конца второго раунда. Находясь в боковом контроле, здесь отключает шанс. Левую руку. Шанс для Ленара. Опирается он на сетку. Опираться можно, цепляться нельзя. Но нет. Жестко изнутри. И удушающий сейчас возможен исполнение Азамата Пшукова. Глубоко заходит левая, да, рука. Хватит ли контроля? Нет, не получится. Здесь по классической схеме поразбивает и потом обязательно эту попытается руку просунуть. Азамат Пшуков, Ленар пока отчаянно защищается, просто ставит левый блок. И растягивает Азамат соперника только одной ногой. Второй тоже сейчас чуть-чуть помогает. Перекрывается Ленар. Да, ну как будто бы этого достаточно для приема. Тает потихонечку время. Хаммерфист. Тяжелейший. Еще изнутри. Жестко бьет слева и справа. И последним ударом цепляет челюсть Азамат Пшуков. Здорово. А здесь тоже 10-8 возможно. Да, пожалуй, как раз таки вполне, даже несмотря на этот шикарный акробатический этюд, суть этого поединка не изменилась. Но если бой дойдет до финальной сирены, тут и до 30-24 недалеко. Если так же все и продолжится. Тяжело так выдохнул Ленар Сулейманов и отправился в третий раунд. Третий раунд, раунд 3. А сейчас Ленару для победы нужно прыгнуть выше головы. И найти те самые резервы, если они, конечно, есть. Здорово так подстегнули себя вот этими криками. Тот другой боец. Намекая на то, что сейчас они будут рубиться. Ну и будет, конечно, искать Азамат Пшуков. Здесь опять точно попадает. Вот тот самый апперкот, который опять не пришелся в цель. Замедлился уже прилично Ленар и очень спокойно может позволить себе работать Азамат. Он все видит, да, есть попадание. Откидывается голова у Сулейманова. Не достает здесь бойца синего угла соперника. Да, напоминаю, размах рук абсолютно одинаковый. Я со стороны кажется, что чуть повыше все-таки Пшуков. Класс, демонстрирует настоящее шоу, что бы ни было, даже если здесь результат этого поединка, казалось бы, уже всем ясен. Вот это да, что-то новенькое.
Креативно отработал Элинар. Одноименно. Шведой пробил по корпусу Азамат Шоков. Но здесь просто креатив фонтанирует из Азамата, да и из Элинара тоже. По корпусу достает Шоков. Да, попытка побороться была неудачной и тут же превратилась в сложности для Элинара Сулейманова. Пара ударов в голову, уходит от рубки. Еще такой прошивающий кинжальный джеб. Добавляет еще через руку справа. Воу, серия 4 в голову. Вот Азамат Шокова, и на хорошей скорости они выполнены. Все больше и больше качается Элинар Сулейманов. Я думаю, что несколько вот таких точных попаданий, и мы можем увидеть падение. Да, застаивается все больше Элинар Сулейманов. Тяжело дышит, хватает буквально воздух ртом. И когда он оказывается не спиной к сетке, а спиной к стойке, вот тогда особенно тревожно становится. Шуков все видит. А времени еще очень много. Апперкот мимо. Есть. Еще одно попадание. Жестко-жестко преследует. Просто инстинкт убийцы включил сейчас Азамат Шуков. Но уже и, в принципе, ранен очень серьезно. Элинар Сулейманов для того, чтобы уверенно продолжать. И вот сейчас закачались ноги просто на ровном месте. Еще один удар из мира тэквондо. Ну что ж, похоже, здесь только один вопрос. Доживет ли до судейского решения Элинар Сулейманов? Он пропускает и продолжает идти вперед, проявляя волю и характер. Азамат делает свое. Но здесь тоже необходимо все-таки сохранять силы. И колено в голову. На ногах еле-еле держится Герихан Шипилов. Кажется, уже готов вмешаться. Но нет. Бой продолжается. Продолжает пропускать удар Элинар Сулейманов. Просто болтается по сетке. И не складывается ли впечатление, что стоило бы остановиться? Да, руки опущены уже и на настиле. Оказывается, Элинар Сулейманов пропускает удар за ударом. Кровь заливает лицо бойцу из Казани. Герихан Шибилов делает предупреждение о пассивной защите. И еще один удар. Ну что же, может уже и достаточно. Еще один удар. Все. Достаточно, действительно. Полторы минуты осталось до конца. Ну что же, Азамат Шоков. 9-я победа и намекает на 50 тысяч долларов. Но это было впечатляюще, да. Посмотрим, кто ли еще будет. Да, сразу подошел к Асламбеку Бадаеву. Дамы и господа, рефери Герихан Шибилов остановил бой через 3 минуты и 36 секунд третьего раунда. Ladies and gentlemen, your referee and judge Герихан Шибилов stopped the contest at 3 minutes and 36 seconds of round number 3. Техническим нокаутом добивание победу одержал your winner by technical knockout punches Азамат Шуков. И аплодисменты его сопернику Элинару Сулейманову.